Шримад Бхагаватам. Шри Гурубхьо Намаха. Хари Ом. Песня первая. Глава первая. Вопросы мудрецов. Текст шестой. Рушая учу, твоя калу пуранани, сетихасани чанага, агьятан япьядитани, дхармашастрани янюте. Мудрецы сказали: «Почтенный Сута Госвами, ты полностью свободен от всех пороков. Ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучал их под должным руководством и сам объяснял их». Комментарий. Госвами, истинный представитель Шри Висадевы, должен быть свободен от всех пороков. Четыре основных порока Кали-юги таковы. Первый – недозволенная связь с женщинами. Второй – убиение животных. Третий – употребление одурманивающих средств. И четвертый – всевозможные азартные игры. Чтобы осмелиться сесть на Вьясасану, Госвами должен быть свободен от всех этих пороков. Небезупречному и несвободному от вышеупомянутых пороков человеку нельзя позволять садиться на Вьясасану. Он должен не только не иметь этих пороков, но и быть сведущим во всех богооткровенных писаниях, то есть в Ведах. Пураны – это тоже часть Вед, и такие исторические повествования, как Махабхарата и Рамайна, также являются частями Вед. Ачарья или Госвами должен быть хорошо знаком со всеми этими произведениями. Слушать и объяснять их важнее, чем читать. Богооткровенные писания можно усвоить только в процессе слушания и объяснения. Слушание называется шравана, а объяснение – киртана. Эти два процесса наиболее важны для совершенствования в духовной жизни. Лишь тот, кто должным образом смиренно слушая тех, кого надлежит слушать, усвоил трансцендентное знание, способен правильно преподнести его другим. Хари Ом. Тат Сат